Соревнования проводились под патронатом Министерства физической культуры и спорта Московской области, региональной общественной организации «Спортивная федерация бокса Московской области», а также Федерации бокса и кикбоксинга городского округа Орехово-Зуево. Я думаю, что это будет новый импульс развития и популяризации бокса как в городе Орехово-Зуево, так же и в Московской области. Я вас всех поздравляю с началом соревнований. Всем спортсменам желаю ярких и достойных побед. На торжественном открытии первенства присутствовали титулованные спортсмены, участники Олимпийских игр, чемпионы и призеры чемпионатов России, Европы и мира. Такие соревнования во Дворце спорта «Восток» проводятся впервые, и в этом году они собрали рекордное количество участников – 188 спортсменов.